Возвращайтесь, ушедшие тайно. Возвращайтесь, пора все менять. Вы свой путь начинали так славно. Да, упали, но время вставать. Возвращайтесь, пока есть возможность. Надломите гордыню внутри. Здесь уже не нужна осторожность. Важно просто решить и идти. Возвращайтесь, ушедшие явно. Хлопнув дверью и выкрикнув чушь, пусть грехом подловил вас коварно хитрый враг человеческих душ. Приползайте и стыд поборите. Плоть толкайте душой во свет. Возвращайтесь, рыдайте, орите. Без молитвы прощения нет. Прибегайте, спасение рядом. Пока есть еще шанс, день и вдох, отыщите Спасителя взглядом, как бы вас ни пугал диалог. Кто что скажет и кто как посмотрит, есть ли разница? Время бежать. Сатана рядом рыкая бродит, ложью брызгая на благодать. Возвращайтесь, пусть вы разменяли на похлебку любовь и покой. Даже если когда-то плевали на того, кто прикрыл вас собой. Пусть ушли далеко и устали по утрам слышать визги свиней. Руки Господа не перестали поднимать непослушных детей. Встаньте, бедные дочери, блудные, встаньте, кайтесь, блудные сыновья. Отговорки искать перестаньте, поспешите, спасайте себя. Хватит гнить суетой, прикрываясь. Жизнь без Господа просто пуста. Все мы можем идти, спотыкаясь, когда прячем лицо от Христа. Но одни остаются в трясине, а другие из всех своих сил руки тянут из смертной пучины и взывают, чтоб Бог их простил. И таких Иисус обнимает. Груз вины сам снимает с плечей. Возвращайтесь, Он тот, кто прощает и не ждет ваших умных речей. Что на сердце, как есть, расскажите. Если ж голос откажет кричать, прохрипите Ему, прошепчите. Он умеет и стон понимать, как Отец. Он пойдет вам навстречу. Нет, скорее всего, побежит, скажет: «Верю, прощу, обеспечу, только больше прошу, не греши. Помогу, мой родной, не забуду, я теперь боль твою исцелю. Буду рядом навеки и всюду, потому что безмерно люблю». Руки Господа не перестали непослушных детей поднимать. Возвращайтесь, вы так начинали. Да, упали, но время вставать. Аминь.